все-таки дальше вперед. Пас на пятачок, там нет никого. Бросок не состоялся сейчас. Николишин и... Не затолкал. Нет, не... Посмотрите, какой хороший момент. Пожадничал сейчас, да? Ну, хитрик там уже, хитрик маячил. Две-то уже забил сегодня. Маячил. Тут главное же, команда, чтобы забила. Была возможность отдать на дальнюю штангу и пожадничал. Там добиться определенных результатов, успехов. И команда Нева даже на чемпионате России по своему году была, по-моему, в призерах. Третьими они стали. Мы еще раз смотрим за моментом, который был у Ивана Николишина. С разных ракурсов. Вот бросок один, второй здесь ловушку не прижат. Ну, смотрите, как самоотверженно играет «Восток».